Так, всем привет. Попробуем записать еще один обзорчик. На этот раз, мне кажется, будет интересно показать программу, которую я очень давно нашел и которой давно пользуюсь. Мне кажется, она заслуживает внимания. Речь пойдет о A-Media Share, так называемый. Это своего рода сервер для трансляции разного рода музыки, видео, YouTube-видео на экран телевизора. Многие из вас знают, что можно, конечно, скачать видео с YouTube, закинуть его, допустим, на флешку или еще куда-нибудь и подключить к телевизору, но это не всегда удобно. Гораздо удобнее сделать это из какого-нибудь приложения. Допустим, из того же YouTube можно сделать это. Например, я пришел домой, включил YouTube, решил посмотреть, что же там нового появилось. Ну, к примеру, так как сейчас все бредят HTC One новым вышедшим, давайте попробуем его найти здесь. Ну, не может же быть. Кедр точно записывал. Да ладно, неважно. Минута о фото. Каждой современной камере, будь то... Да, можно его посмотреть здесь на телефоне. Телефон позволяет, большой, широкий. Но гораздо удобнее сделать это вот таким вот образом. iMedia Share. Выбираем ES-55-8000. Это как раз вот впереди идет. И можем смотреть этот видеоролик уже на большом экране. Что гораздо удобнее. Можно перематывать видео, ставить его на паузу. Ну и все, что можно, в принципе, сделать с видео на телефоне, то же самое можно сделать на телевизоре. Вот такая вот программа, которая понравилась мне и рекомендую вам воспользоваться ей. Называется она еще раз iMedia Share. Бесплатная версия позволяет запускать видео непосредственно с самой программы. Платная версия позволяет делать это через кнопку Share. То есть вы можете любое видео, любое аудио отправить на телевизор буквально в одно касание. Ну вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Пока-пока.